Всем доброго дня! Изучаем английский язык по учебнику Spotlight 2 класс. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте. Страница 6. Задание 1. Прочитай слова и составь предложение. И прочитай их. 1. Frog – лягушка. 2. Bird – птица. 3. Chimp – шимпанзе. 4. Fish – рыба. 5. Horse – лошадь. И слова A – sing – петь. B – jump – прыгать. C – swim – плавать. D – run – бегать. E – dance – танцевать. И вот пример. A – frog – can jump. Лягушка умеет прыгать. Второе слово у нас bird, птица. Ну, птица умеет петь. Петь это sing. И у нас получится a bird can sing. Птица умеет петь. То есть be bird. Это будет a sing. Третье. Chimp. Шимпанзе. Шимпанзе умеет танцевать. A chimp can dance. Шимпанзе умеет танцевать. Это E. Четвертое. Fish. Рыба. Рыба умеет плавать. C. A fish can swim. Рыба умеет плавать. Последнее, пятое. Horse – лошадь. Она умеет бегать. D. A horse can run. Лошадь умеет бегать. Второе задание. Что умеют делать дети? Посмотри на картинки и скажи, используя образец. Вот первое нам нарисовали Ларри, и он явно танцует. И вот пример. Larry can dance. Larry умеет танцевать. Дальше у нас Lulu. По-моему, она прыгает. То есть Lulu умеет прыгать. Lulu can jump. Дальше у нас вот Bob. Bob явно собирается плавать. Swim. Bob can swim. Bob умеет плавать. И Питер. Питер, по-моему, тоже прыгает явно. Питер can jump. Питер умеет прыгать.